Ганечеру. Эй, ты, стой! Эй, ты, стой! Стража держит ухо востро. Что? Да и запашок. Thank you.
Что ты? Не убежишь. Ой, ты змей за нас опросились. Эй, ты! Стой! Сюда меня не пустят. Эй! Что? Тебе здесь не рады! Эй!
Нужно вернуться в Вакхий. Писец может быстро прийти в себя. בדדוק, אני חייץ. Славно. Молодец. Он у нас заговорит. А пока что соберем все отряды. Некоторые расположились к западу от Цакнапаю. Ступай к ним. Я прибуду следом. Положим конец злодействам Дерата. Ты знаешь каждый закоулок в Каранисе. Где Дерат? Где он? Кто это? Я таких не знаю. Ложь тебя не спасет. Прошу, хватит. Так отвечай. Спасибо мы за помощь. Тебе пальцы. Теперь мы потом рот. Не смейте. Говори, где Дерат? Педес! Тиюхегоне! Назад! Вас это не касается! Скажи, ты Филакит? Да. Ходи здесь поаккуратнее. Мне и так будет непросто. Прошу прощения, но я защитник. Мой долг быть там, где беда. Тоже защитник? Ха-ха, я вижу твой знак. Так ты что, Меджай? Старое царство? Да? Прости. Из-за этой трагедии мы все переживаем. Это новая жертва?
серии ритуальных убийств, совершаемых последователями Уаджит. Признаюсь, я совершенно ничего не понимаю. Пожалуй, я смогу помочь. В жизни я повидал немало убийств. Я бы не отказался от твоей помощи. Они обычно оставляют послание. Но я пока его не нашел. Можно поискать в храме. Говоришь, были другие жертвы? Да, ими становятся акалиты храма и известные люди Караниса. Неизвестно почему. Следующим может стать кто угодно. Греки напуганы. Они обвиняют местных жителей и призывают к насилию. Все это очень не кстати. Этот египетский храм... Здесь много крови. Жертву связали и пытали напротив статуи. Судя по следам, его сильно ранили и выволокли отсюда. Видно, бедняга был акалитом. Здесь больше никого не было. За что же его убили? Греческий бог там, где стоял египетский. Кое-кто в Египте, наверное, в ярости. Статуя испачкана зеленой краской. Голове тоже досталось. Так, наверху что-то есть. Лицо Сераписа тоже было закрашено зеленой краской. И здесь лежит зеленая маска Уаджит. Уаджит – защитница Верхнего и Нижнего Египта. Кто-то решил показать ее превосходство. Но как они поднялись сюда со всем этим грузом? Амон. Написано кровью. Еще свежая. Следующая жертва – Верховный Жрец. Надо найти его. Филакит должен знать, где он сейчас. Филакит, я нашел послание сектантов. Следующая жертва – Верховный Жрец. Верховный Жрец! О, Серапис, нет. Если его убьют, умрет и дух Караниса. Надо найти его. Где он? Думай, Филакит! Его вилла тут рядом. Я знаю место, откуда можно ее осмотреть, не приближаясь. Идем же! Со стены храма у нас будет отличный обзор. Твой храм – причина всех этих бед. Он оскорбляет местный народ. Чепуха! Благодаря храму торговля процветает. Он приносит пользу всем. Верховный Жрец и Акалит не согласятся. Боги, если Верховный Жрец мертв, мне конец. Быстрее! Политика сподвигает что? Всех на глупости. Сунец, Уаджит, прими кровь этого богопуга. Дай нам сил разгромить проклятых греков. Чем я могу помочь? Порой стигай его. Надо быть начинем. Рад иметь с тобой дело. Эй! Надо исти, породи! Море с Параске Вазма до туда не стин. Бегите, бабку! Бабанте, бабанте, сбегите! Я вижу врага!
Думаешь, это не все? Эй, откуда? Эй! Их добру, брат! Далеко не уйдешь! А вот и прикольно! Вот ты где! Он мой! Ой, ты змей зонос афросинис! Вижу! Попробуй это! А вот и... Они собирались принести меня в жертву. Успокойся. Повезло, что тебя не было в храме. Ты был бы уже мертв. Серапис, они бы убили меня. Эти египтяне безбожные чудовища, а не люди. Твою жизнь спас египтянин-жрец. Вспомни об этом, когда будешь молиться. Меджай защищает всех, кем бы они ни были. Я хотел прийти к тебе на выручку. Вижу, я не успел. Спасибо за помощь, Меджай. Ты мне очень помог в этом деле, правда? Медленно ты бегаешь. Что ты знаешь о разбойниках? Многие египтяне не рады грекам. Кто знает, откуда они вылезли. Увидели нашего бога на месте своего и, видно, разозлились. Их можно понять. Вы просто не подумали о последствиях. Птолемейцы все время хотят рассорить нас. Вынужден согласиться. Греки сделали Египет богаче, но находятся и противники прогресса. О чьем прогрессе ты говоришь? Нашего Египта или Греции? Прощай, Филокит. Решишь кого-то защитить? Вспомни мои слова. Кабинет? Да. Филокит Караниса говорил с тобой. Ты защитник? Верно. Нужна помощь? Да. Послушай. Вчера мой муж видел нечто жуткое. Солдаты тащили какого-то беднягу. Потом был вопль. Он донесся из подземелья под храмом. И теперь моего мужа тоже могут схватить. Довериться нам некому. Филокиты не помогут. Я поговорю с твоим мужем. Где его искать? Он служит каменщиком при храме. Будь осторожен. Вдруг кто-то подслушает вас. Ιδιώτην. Ωραν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Каменщик, я говорил с твоей женой. Как ты сюда попал? О, боги, жена меня погубит. Говорил ей, мы ни при чем. Не болтай. Веди себя, как обычно. Спокойно. Солдаты увели кого-то в подземелье под храмом? Да. Нет! Да. О, все верно. Не в первый раз. Но вчера было иначе. Оттуда доносились жуткие вопли. Чудовищные! Уходи. Оставь меня в покое, нас могут услышать. Спокойно. Mm-hmm.
Некоторым лучше не свистеть. Похоже на место из рассказа каменщика. Боги, что здесь творится? Тот, кого зовут Мясник, держит крестьян в страхе. Нужно найти его. Сначала отыскать добычу. Себек в воде. Вода. Река или озеро. Себек в воде. Неподалеку есть храм Себека. Добро мясника может быть там. Стражи, я на верном пути. Этот Себек где-то рядом. Увидят, сразу накинутся. Что? Что ты? Тебе конец. Он сам виноват. Эти египетские псы должны нас бояться. Тут есть знак, отсылающий к Сакнопаису, селению на западе. Монеты положили в мешки для зерна.
Неужто они из амбара? Что-то многовато стражи при этом амбаре. Значит, я на месте. Попробую незаметно пробраться. Эй! На куски порву. Мясник где-то рядом. Что же они прячут? Слышал, ему отрубили руки по приказу мясника. Видимо, теперь мы головорезы, а не солдаты. Шш, помалкивай. Почему? Я пошел служить в армию не для этого. Самое главное, что мы не бедствуем. Так что запомни. Мясник приказал, ты сделал. Иначе никак. Тебе конец. Тут они и хранят все зерно. Жители Фаюма буквально умирают от голода. А этим клопам все равно. Продолжу поиски. Сколь скудные выплаты за зерно. Ха. Мясник просто издевается над крестьянами. Я обязан узнать, где его искать. Свиньи. Богачи все толстеют, а бедняки гибнут от голода. Продолжу искать. Я накажу виновных. Нет, брось! Наконец-то. Мясник на вилле, неподалеку. Пора поговорить с ним по душам. Роскошная вилла. Жителям Фаюма такое и не снилось. Хоть не придется искать этого наглеца.
Слушай, ты легок на помине. Вы крадете зерно из Фаюма у беззащитных крестьян. А ты из Фаюма, да? То-то смотрю, говоришь, как деревенщина. Верните украденное египтянам. Да он и наивный, как деревенщина. Я лишь исполняю приказ. Не мы, так другие будут грабить. Я торговец. Мне не платят, беру что-то взамен. Таков мир. У тебя есть выбор. Либо мирно уйдешь, либо умрешь. Я слышал эти речи. От убийц моего сына. Что ты знаешь про мир? Ты грязное отродье! Тебе конец. Стража, разберитесь. Пора поговорить с ним по душам. Тебе конец. Стража! Вижу! Стража, разберитесь! Да примет тебя незримый. Владыка Дуата ждет. Стой! О! Что творится? Сюда меня не пустят. Οράν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Хай позишн герех. Thank you.
Лексис ассасин артин. Архон? Ник Энис сэджерьет. Рад встрече. Поторгуемся. Берешь сразу? Всегда тебе рад. Продано. Ладно. Продано. Ладно. Продано. Ладно. Ладно. Продано. Ладно. Продано. Ладно. Ладно. Продано. Продано. Ладно. Продано. Ладно. Продано. Ладно. Ладно. Продано. Продано.
Ладно. Продано. Ладно. Ладно. Продано. Ладно. Продано. Ладно. Всегда. Тебе рад. Как жизнь, друг? Что-нибудь нужно? Сеф у дедени. Шем а песуэф гем ау нахт мерут мут куи. Тау пендуа не джес джес ери. Сехру хеут не джут эр. Чай хепе рему. Приятно.
Дороги! Что тебе нужно сегодня? Ладно. Hotet ne ferveret. До свидания. Thank you.
Эта женщина стоит на самом краю скалы. Что случилось? Thank you.